Хочу сказать очень интересную историю по поводу решения родительских прав моего бывшего супруга Анисимова Алексея Сергеевича в городе Владикавказ, судью, которая, к сожалению, не сочла необходимым принять такое решение, ссылаясь на то, что Анисимов Алексей Сергеевич сообщил ей, что он якобы занимается ребенком на расстоянии 1000 километров, категорически отказалась принять к сведению о том, что Анисимов Алексей Сергеевич существует, были проблемы по 131 и 116 статье. Проигнорировала личную переписку, в которой Анисимов Алексей Сергеевич сообщает, что он готов отказаться от ребенка, если я откажусь от элементов. Не пришелся судье по душе также свидетель, который наблюдал, как Анисимов Алексей Сергеевич просто бросал ребенка с температуры и убегал в Владикавказ к своей подруге. При этом оказывается, что он имеет право. Какое же право? Уменьшить элементы? Да, он уменьшил. Не предоставить жилье? Да, не предоставил. Он купил военную ипотеку в городе Ростове.